друзья, с вами Бисквит, мы продолжаем проходить модификацию ОГСЕ версии 0693 для сталкера Тени Чернобыля. Нахожусь я по-прежнему в темной лощине, двигался я, в общем, к чистильщикам, после того, как мы их освободили, и решил заглянуть вот на эту точечку. Здесь нас, собственно, должен ждать темный сталкер, который отведет нас к некому артефакту свет. Собственно, темный или черный сталкер уже вон там, со своим псом. Пса нам сказал лесник, лучше не стрелять, иначе мы пожалеем. Да мы, в принципе, и не собирались. Здравствуй, сталкер. Ну как, водички не принес? Черный сталкер, если не ошибаюсь. Собственно, с кем имею честь? Очень приятно, я меченый. Отличная погодка сегодня, не так ли? Просто великолепная. Однако вас, по-видимому, привело сюда вовсе нежелание обсудить со мной преимущество здешней погоды. Признаться, да. Дело в том, что мне очень хотелось бы заполучить пресловутый артефакт под названием «Свет». Ах, вот оно что. Я вижу, вы знаете толк в редких штучках. С радостью проведу вас к могиле того несчастного, который обладал им перед смертью. Как, ничего не попросите взамен? Представьте себе. Впрочем, выдержать рядом с собой присутствие такого типа, как я, уже достойно похвалы. Кстати, вы видите моего пса? Его зовут Каштан. О, я вижу, что слухи о моих с ним похождениях уже довольно широко распространены. Это хорошо, но запомните, мой друг, в долгом пути, который нам предстоит, вы должны любой ценой беречь это драгоценное животное. Как вы уже успели заметить, я абсолютно слеп, однако вместе с тем отлично вижу вас. Почему, спросите вы? Потому что у нас с Каштаном общее зрение. Я вижу все, что наблюдает он. Соответственно, если с моим милым песиком что-то случится, то последствия лично для вас укажутся самыми что ни на есть печальными. Что скажете? Условия выглядят нетрудным. По рукам. Бандиты просекли про могилу и готовят засаду, поэтому будь очень внимательным. Следуйте за моим псом и глядите в оба. Да, и еще одно. Если случится худшее, то тебе сразу же лучше убить меня. Никто погибнет сам, я тебя предупредил. Потом будешь искать меня на этом самом месте. Ладно. Стоп. Понял. Так, ну что, двинули. Сделаем сейф и двигаем прямо за пацаном. Бандиты, говорит, будут. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют, эти бандиты. Куда нам идти, я даже не представляю. Вот, кстати, смерть зона здесь. Отсюда ее вряд ли, конечно, будет видно. Я вам уже вот эту вторую серию пытаюсь ее показать. Но в итоге сюжет как бы нас сам вынудил сюда двинуть. Так, что стоим? Так, Каштан что-то учуял. Дерьмово, что сказать. Что случилось? Каштан кого-то учуял. Приготовь оружие. Это был человек? Думаю, да. Понятно. Ничего, что сказать? Дерьмово, что учуял. Сейчас вот должен кто-то появиться из каких-нибудь кустов, по-любому откуда сейчас будут пацаны вылезать. Но если бандиты, в принципе, мне кажется, что не особо страшно. У меня есть вот такая вот бандура в руках, при помощи которой я разъебу любого. Просто инфа-сотка. Ну чё, стоим? Кто? Кто-то есть. Не, пулеметик машина, конечно. Патронов бы поболее, потому что, честно говоря, этого не хватает. Нужно хотя бы где-то, наверное, косарь патронов сюда. На эту бандурину. Она очень скорострельная и попадать не всегда получается. То есть, в плане экономии с этим здесь вообще забей. Она убивает с двух где-то попаданий. А зачастую приходится, наверное, делать выстрелов 10.
Да алло, песик, блядь. Готово? По-моему, ведь все, не? Или тут еще кто-то есть живой? Сука, найс маршрут. Не хочешь своего батю подождать? Он вот там сзади нас стоит. Он слепой. Песик. Твой хозяин слеп, нам нужно его подождать. Не? Ну, как знаешь. Собственно, теперь, мне кажется, да, его ждем. Понял? Ща притопает. Я так понимаю, у меня два типа патронов, да, на пулемет. Одни обычные, другие бронебойные. Есть ли смысл стрелять еще бронебойными из этой хуйни? С повреждениями на максимум. Кек. А что это за пушка была? Вау. С какой-то бандуры по мне стреляли, по-моему. Ну, звук явно какой-то незнакомый. А вот не туда ли мы случаем идем? Вот оно так подсветилось очень даже удачно. Полоти охуели нынче, походу. По-моему, мы пришли. Вы очень странно бежите. Нам бы стоило свернуть вправо еще там. Да-да-да, вот. Вот Дик шарит. Или как, не? Каштан. Так. Мне надо идти за псом все еще. Хотя задание обновилось. Ты кабанов зассал, что ли? Единственный минус, здесь реально негде купить патроны. То есть мне нужно аж в бар топать за пулеметными лентами. Он кабанов, что ли, очкует? Защитить собаку, понял? То есть собаке по факту уже ничего не грозит. Так. Ну и что дальше? Лол. Сейчас надо бы раскидать их. Ага. Песик. Может, и поговорить можно, лол. Песик, хозяин бежит, смотрите. Его, походу, кабаны реально пошугали, я их как-то поздновато убил. Отлично. Сейчас бы потолкаться, да? Мы на месте. Смотри, перед нами могила, в которой я когда-то похоронил одного из своих друзей. Я знаю, зачем тебе понадобился свет. Ты хочешь проникнуть в смерть-зону, чтобы получить одну из 10 местонахождения карты. Господи, клондайка артефактов. Все перелопатил. Как ты это узнал? Вот мы и на месте. Подожди здесь и не пытайся идти за мной. Тебе не светит. Но я же все-таки черный сталкер. Сейчас я выйду в аномальный очаг и достану артефакт, но сразу его тебе не отдам. Он слишком сильно напитан энергией из окружающих аномалий и может быть опасен для простого человека. Как только я возьму свет, мы сразу же отправимся к Захарычу, и там я расскажу тебе кое-что очень полезное. Хорошо. Давай, родной. Вперед. На! Просто ничего не боясь. Быстро ты могилу раскопал, родной.
Есть. Ну а теперь двинули к дереву. Погнали. К леснику теперь. Лесник-мясник. Пара-па-пиу. Шутка. Вообще, вот этим я вообще перестал пользоваться. У меня на него есть патроны, но я его ношу просто с собой как груз какой-то. Не знаю, что как-то обессмыслилось этот дробовик у меня. У меня появилась вот такая вот бандура, кстати, и починки она тоже требует. Пулемет самого диггера Юры, вы чё, ублюдка этого. Сука, как я его ненавижу. У меня поломан пулемет. Его не дочинили. Его опять не дочинили. Откажешься работать, я сообщу всем торговцам, чтобы они с тобой не торговали. Пидорас. Чтоб ты сдох. А, точно уже. Ебать, Захар сейчас охуеет. Приходит черный сталкер. Ген-команда такая. Слушай, это ничего на крыше нету случайно, родной? Знаю вас, лесников. На крышах всякую золу порассовывайте. Ну-ка, сейчас по неждану к леснику зайдем. Оп. Батя в здании, йоу. Пришел. Лесник, у тебя гости, братан. К тебе черный сталкер зашел. Ну что, порядок? Да, я пока что побуду здесь. Захарыч меня знает, правда побаивается немножко. Держи свой артефакт, он, кажется, уже остыл. Теперь ты можешь смело входить в зону смерти, однако не советую находиться там слишком долго. Спасибо тебе. Называй меня просто Дик. Хорошо, Дик, так что ты хотел мне еще сказать? Это касается цели твоих поисков. Ты не задумывался над тем, что будет, когда ты найдешь Клондайк? Я пока не уверен, существует ли он на самом деле. Может, это просто легенда. Скажи мне, Клондайк — реальность? Послушай своего сталкерского чутья, потому что оно у тебя хорошее. Все, что я могу тебе сказать по поводу Клондайка, это то, что в конце твоих приключений тебя будет ждать смертельная схватка с порождениями зоны. Ну кто победит? Вот и все. Этого я уже не знаю. Удачи. Зона следит за тобой, но твой череп. Рад встрече. Так, загадку нет, загадку дед, загадку мы с тобой попозже разберемся. Ну чё, топаем в смерть зону. Наконец-таки. По-любому сейчас там какие-то... Мы с тобой еще увидимся, сталкер. Буду рад встрече. Главное, чтобы, сука, в нормальных условиях. А не с целью, блядь, друг другу глотки перегрызть. Вполне на самом деле может быть, что в конце цепочки Клондайка как раз-таки с ним мы и будем воевать. Это не точно, я как бы, ну, это чисто мое предположение. Такой исход почему-то я предполагаю. А вот и то самое место. Ночью оно выглядит пиздец крипово, поверьте мне на слово. Просто возьмите, поверьте мне на слово. Я когда топал сюда, я просто так... Охуел, можно сказать. Вот это походу он, да? По-моему... Краши. Вот тут, блядь, жиза пиздец. По поводу крашей. Что тут такое? Ага. Система телепорта во всей красе, да? Я тебя понял, родной. У меня есть подсказка по этому заданию. Чебурашка, ёпта. Летающие острова. Хозяин, а я знаю, что делать. Попробуй найти портал, который проведет тебя в этот домик. Спасибо, ёп. Моё. Вот что такой-то портал есть. Давайте в него залезем. А, потому что здесь вот портал, я вижу его. Помс. Заебись, сразу не то. То есть напрямую мы в этот домик не попадаем. В принципе, было бы слишком просто. Вот какой-то телепорт есть. Я хочу с этим островком закончить. Главное...
А. Эти квесты, в которых нужно прыгать. О, великий сталкер, спасибо, что дал мне эти квесты. Опа. А я ведь угадал. Ой, бля, потерял. Артефакт. Так, меряем болтун. Болтун, к сожалению. Так, отлично. Флешка есть. Давайте у меня этих флешек, на самом деле. 1, 2, 3, 5 осталось, да? Что за тень-то? Мне кажется, что... Ну-ка, мне просто интересно, что будет, если я его на себя надену? И выкину при этом... Мне кажется, что если я выкину свет, то я... Не, смотрите, жив. Ну ладно, заберу. Возможно, как-нибудь пригодится. Где моя капля? Капля. Угу. И все телепорты мигом пропали. Ну, по факту, зона смерти отключена. Или смерть-зона, как она называется. Лидер чистильщиков. Дуем к ним тогда. Да. Единственное, что у нас осталось в темной лощине, походу, это линейка квестов с чистильщиками. Так, собственно, я уже рядом, где-то здесь должен быть вход. А вход где-то вот за этими кустами, по-моему, он должен быть. Спрятались, сука. Да, вот он. А какой код? 1986, по-моему. А, открыта дверь, окей. Мы не закрываемся. Я понял, хорошо. Ну-ка, если я... Да, на дверь вообще заклинила, по-моему. Всегда рад видеть нового человека. Здорово, братан. Да, такой настолько новый, что... Можно, пожалуйста, что пройти? Еще? Дядь. Алло, родной. Пройти дай. Ни пуха, ни пера тебе. Ваш брат жив и относительно здоров. Я впечатлен тем, как ты умело применил силу зоны для того, чтобы помочь нам. Теперь ты друг нашего братства. Пиздобол. Если у тебя есть личный счет из зоны, ты можешь вступить в наши ряды. Да нет, слава богу, нет. Тогда тебе с нами не по пути, извини. Впрочем, без награды я тебя не отпущу. Что же тебе подарить? Чё ты как-то по-бомжатски? Зачем мне СВУ? Ебальник закрой! В таком случае вижу смысл только в деньгах. 18 тысяч. Ты кто? Идите такой? Идите вы нахуй. С горем пополам, сука, выбрался из их ебаного бункера. О, наконец-таки, ладно. Отношения с долгом только зря попортили. Сдали бы их. Вообще никакого толку от них нету. Ладно, сейчас надо дуть на кордон, закупаться там и идти на агропром. Я бы мог пойти еще, конечно, в долину, но не имею ни малейшего желания выписывать такой вот крюк, поэтому только кордон, только хардкор. Возможно, серия будет коротенькой, но пока что дальше я не вижу смысла идти, потому что там кордон, там уже агропром нужно будет отвоевывать. Кроту, короче, помогать и грозу нашу доставать из подземки. Поэтому делать это мы все будем в следующей серии. План насыщенный. Так что пока что всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. С вами был Бисквит. Если вам понравилось, ставьте лайки. Еще раз всем удачи и всем пока.